在采访中，普京还谈到了他与习近平主席的交往。他表示，习近平主席是世界公认的领导者。普京总统，您和习近平主席会面有40次了。习近平主席在您看来是一个什么样的领导人？您和他之间有没有一些有趣的故事可以跟我们分享一下？Это, конечно, один из признанных мировых лидеров. Не принимает решения сиюминутного характера на основе какой-то конъюнктуры текущей. Он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее. Это очень важно. Это и отличает настоящего мирового лидера от людей, которых мы называем временщиками, которые приходят на 5 минут для того, чтобы покрасоваться на международной площадке, и также исчезают незаметно. Конечно, председатель Си Цзиньпинь совершенно другой человек. Он основательный, спокойный, но деловой и надежный партнер. Вот, если мы с ним о чем-то договариваемся, можно быть уверенным в том, что наши договоренности будут исполняться с обеих сторон. 普京表示，他与习近平主席会面40多次，有许多愉快的记忆。Очень хорошая у нас была поездка, визит был председателя Си Цзиньпиня в России, и мы потом поехали в Петербург и ходили на крейсер «Аврора» вместе, значит, катались там на катере по реке Неве в Петербурге и очень долго, подробно в абсолютно нейтральной такой доброжелательной атмосфере. С ним говорили и о двусторонних отношениях, о ситуации в мире. Ну вот он недавно приезжал в марте, как вы знаете. Был тоже очень хороший, деловой и визит, который имел очень серьезное значение для будущего строительства наших отношений. Поэтому я надеюсь, что сейчас, когда встреча,